Дочки, смотрите, я купила двое наушников. AirPods и вот такие с котиком. Сами выбирайте, кому какие достанутся. Блин, я так хочу эти AirPods. Но если я их сейчас выберу, то младшая сестра тоже их выберет. И ей дадут AirPods. О, я придумала. А мне розовые. Они идеально подойдут к моей кофточке. И вообще они очень милые. Нет, я хочу розовые. Они мне вот к заколочке подойдут. Нет, я хочу розовые. Мам, ну скажи ей. Но опять начинается. Так, все, уступи своей младшей сестре розовые наушники. Yes, сработало. Слушай, может быть, подскажем ей, где здесь ближайший масс-маркет находится? То я чувствую, она нам всех клиентов нормальных распугает. Девушка, подойдите, пожалуйста. Блин, только время на нее потеряю. Здравствуйте, вы заблудились? А с чего вы взяли? Ну, к нам в бутик обычно заходят люди другого уровня. Нет, я правильно пришла. Ой, девушка, давайте не будем тратить мое и ваше время. Вы же все равно здесь ничего не будете покупать. Вы правы. Я и правда ничего не хотела покупать, потому что уже купила долю этого бутика. И с сегодняшнего дня являюсь владельцем этого бизнеса. И вы опять же правы. Ваше время я тратить больше не буду, потому что вы уволены. Меня вечно учишь, может, я сама уже разберусь, а? Я хочу тебя как лучше! Да, мне всегда было пофиг! Так я тебя больше не видеть не хочу!